Греброва, и я руковожу отделом рекламы и маркетинга в торговой марке «Помпа». С Антоном мы работаем не так давно, всего две съемки прошло, но ощущения самые позитивные от рабочего процесса, от отношения Антона к работе. То, что мне удалось видеть в процессе работы, те кадры, они просто приводят в восторг, и я думаю, что на выходе мы получим очень классный каталог. Поразило, насколько Антон ищущий, творческий человек. Насколько процесс, то есть нет какой-то стандартизации. Мне показалось, что под каждого клиента настолько индивидуальный подход ищется, что вот это вот очень важно. Я думаю, что каждый клиент получает именно то, что он хочет получить в результате работы с Антоном. Вот в процессе съемок, опять же, все то, что мы обговаривали, это было воплощено в жизни, это важно. Это получилось, я думаю, что получится в результате то, чего мы и планировали, и добивались. Я очень жду наших кадров, наших фотографий, и надеюсь очень на плодотворное сотрудничество. Спасибо большое за 2 дня плодотворной работы, и надеюсь, что третий наш съемочный день будет такой же творческий и результативный.